мы едем по населенному пункту Чарикар. Это очень неспокойное место. Отсюда и до самого Кабула начинается самая опасная зона на нашей трассе. Поздравляю вас, товарищи американцы! Вы родились в рубашке. Это был сильный обстрел. Граната прошла прямо перед БТРом. У меня это уже 13-й обстрел. Если бы в нас попали, я думаю, этот фильм бы уже никто не увидел.